Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Саша, и сегодня у нас с вами будет самая популярная тренировка на моем канале – лимфодренажная зарядка. Мы с вами сегодня поработаем со всем телом, уберем отеки от ног, поспособствуем, да, лимфооттоку от ног к телу, от рук к телу и, конечно же, от лица к телу, чтобы наше тело оставалось всегда подтянутым, красивым и здоровым. Начинаем мы с вами с дыхания и работы, активной, хорошей работы диафрагмы. Чтобы она хорошо работала, мы с вами сейчас начнем растирать зону крепления диафрагмы, чтобы она у нас с вами активно, эффективно, как насос, подтягивала всю жидкость вверх. И старайтесь ребром руки начинать активно-активно растирать всю грудную клетку, окружность грудной клетки. Вот там, где вы достаете, начинаем активно-активно-активно двигать руками, согревать эту зону. Также со стороны спины, насколько это для вас возможно, также растираем поясницу, зону поясницы, зону грудопоясничного перехода. И также здесь мы с вами поработаем с грудной клеткой спереди. Я немножко микрофон поменяю место и начнем мы с вами с растирания грудной клетки. Активно-активно, чтобы все здесь в области грудной клетки у нас с вами, да, более чувствительны стали рецепторы, чтобы грудная клетка более свободно дышала. Сейчас будем тоже улучшать ее подвижность. И тем самым растираем здесь грудные мышцы руками, пальчиками, костяшками вправо-влево. И чтобы здесь у нас с вами, да, подвижность грудной клетки, даже если она немножечко зажата после сна или после долгого сидения, чтобы мы с вами немножечко пораскрывали грудную клетку, поработали с осанкой. Растираем зону грудной мышцы. Вот здесь у нас с вами, да, вот этот мышечный пучок. Здесь, возможно, бывает, когда накапливается и отечность, да, когда вот здесь вот валики под мышками, это тоже отечность, связанная с зажатой грудной клеткой, поэтому необходимо работать и с осанкой в том числе. То же самое делаем в другую сторону, растирая, погружайте костяшки пальчиков внутрь в грудную мышцу. Мы не заходим на ключицу, мы не заходим на молочную железу и больше работаем с зоной именно мышцы, грудной мышцы. Отлично. Отлично, немножко порастирали. Сейчас на вдохе мы с вами потянемся грудной клеткой и как будто направим вдох вот сюда, в это легкое. Тянем, расширяем пространство между ребрами. Выдох, возвращаемся. Вдох, потянуться. Таз на месте, не смещайте, пожалуйста, таз. Выдох, вдох, расширяем грудную клетку, тянемся за рукой. Выдох. Вдох, потянуться еще дальше, выдох, и еще один раз вдох, веер раскрывается, межреберные мышцы растягиваются, тоже с другую сторону, вдох, вы можете немножко тоже это место порастирать, помочь себе, выдох, вдох, выдох, и еще два, вдох, веер раскрывается, выдох, последний раз, вдох. Выдох, прекрасно, хорошо. Разворачиваем плечи, вращаем плечами, раскрываем грудную клетку как можно дальше назад, с акцентом плечи опускаем вниз, да, назад и вниз. И мы с вами станем правой ногой небольшой шаг вперед, левой назад. Носки смотрят вперед, но если вам будет неудобно, можно будет развернуть левую стопу немножко наружу. Для чего это нам нужно будет? Нужно будет для движения с руками. Сначала мы с вами двигаемся правой рукой, рисуем круг, разворачивая грудную клетку, открываемся, вдох, выдох, вдох, выдох, да, это не ограниченное движение только рукой, это движение со всей грудной клеткой, поворачивайтесь смелее в правую сторону, вдох, выдох, 8, 7, 6, 5, 4, хорошо, 3, вернусь боком, 2, 1, смотрите, и нам нужно с вами встать левой ногой вперед, а потом убрать левую ногу назад. И мы с вами закрываемся в левую сторону, открываемся вправо, закрываемся, открываемся. 8, ноги присогнуты в коленях, 7, округляйте в спине и раскрывайте грудную клетку, 6,
Открываемся. 5. Открываемся. 4. Хорошо. Выдох и на вдохе вверх. 2. Вдыхаем. 1. Вдыхаем. Прекрасно. Давайте повторим в другую сторону. Сначала у нас с вами левая впереди, правая сзади. И мы работаем только левой рукой. Открывая грудную клетку, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хороший, большой, амплитудный круг. 4. 3. Раскрываем. 2. 1, хорошо, шагаем вперед правой, касаемся рукой колена, колени присогнуты, это выдох, на вдохе открываемся вверх, выдох, вдох, выдох, вдох, 8, и вдыхаем, 7, вдыхаем, округляйте спину, 6, вдыхаем, 5, отлично, 4, хорошо, 3, 2, открываемся, 1, хорошо, прекрасно, выравниваем плечи, немножко шире становимся, становитесь так, чтобы вам было удобно делать следующее упражнение. Что мы делаем? Приседаем вниз, колени направляем в стороны, можно руками помочь себе, прогибаемся в спине, это вдох. На выдохе округляемся в спине и раскручиваемся вверх. Вдыхаем, прогибаемся, опускаем голову, выдох. Обратите внимание, шея, голова участвуют в движении. Прогиб, сильно не запрокидываем голову, подкручиваем круглую спину, поднимаемся, и голова, шея в том числе выпрямляются, да, они не остаются нигде. Вдох, повторяем движение каждым отделом позвоночника. Выдох, вдох, выдох. И еще. 4. 3. Выдох. 2. Задача этой зарядки – расшевелить все тело, разогреть все мышцы и, конечно же, поспособствовать току лимфы и лишней жидкости, убрать отечность. Вдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Отлично. Мы с вами опускаемся вниз в опору на бедра, прогиб в спине небольшой есть, и мы с вами разворачиваемся плечом внутрь и через другую сторону смотрим наружу вверх, в потолок, через плечо, ноги остаются на месте, руками помогаем, расталкиваем их в стороны, тем самым раскрывая тазобедренные суставы, улучшая в них подвижность. В области таза у нас находится большое скопление лимфоузлов, поэтому очень важно, чтобы таз сохраняли и тазобедренные суставы свободными, подвижными, чтобы скольжение в суставах было легким. Когда много сидим, все это закрепощается, поэтому почаще старайтесь двигаться вправо, влево. Хорошо. И 2. Вниз, плеча, вдох, полностью наверх. Раскручиваемся, разворачиваемся, раскрываем грудную клетку. Давайте станем уже. Еще одно очень горячее упражнение, активное будет. Ноги на ширине таза, пальцы смотрят вперед. Мы поднимаемся вверх, вдох. И на выдохе приседаем вниз. Руки сбрасываем. Фух. Вдох. Выдох, сбрасываем, расслабляем. Обращаю внимание сейчас на шею. Очень часто многие, да, когда смотрят, концентрируются на, например, да, смотрят на меня через экран, запрокидывают голову. Пожалуйста, обратите внимание, шея длинная, и когда мы приседаем, взгляд направлен вниз, в пол. И у вас задняя линия шеи остается вытянутой. Выдох, вдох, вверх, выдох. И немножечко темпа добавляем. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, отталкиваемся на полупальцы вверх, сильные прямые ноги, как струнки, выдох, 4, 3, 2, выдох, 1, продолжаем, и если есть желание немножечко поактивничать, легкие выпрыгивания вверх на пружинистых ногах. Или повторяем обычные подъемы. Наверх вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 5, 4, мягкие ноги, присогнутые. 3, 2, 1, отлично. Легкий вдох
и через стороны опускаем руки. И сейчас мы с вами с зоны живота начнем поверхностный лимфодренаж. Когда мы внутри все разогрели, раскачали наше дыхание, кровь, сердце, лимфу, мы с вами сейчас добавляем поверхностный лимфодренаж. Плотно прижимая руку к коже, да, по часовой стрелке массируем зону живота. 4, 3, 2, 1. Хорошо, я стану боком. Бедро. Направляем все сверху, но внутрь к центру. Все плотно прижимая, руки прижимаем плотно к телу. И то же самое ниже, когда двигаемся ниже, помогаем продвинуть нашу лимфу вверх. Хорошо. Отлично. Ниже еще голень, колено. И все-все-все от низа наверх помогаем поднять. Прекрасно. Стопа то же самое, да, немножечко ее тоже порастираем активными движениями. И голеностоп, и снова, да, двигаем все-все-все, можно прожать руками, поднять все вверх. На курсе лимфодренаж у нас есть не только зарядки, но и тренировки, получасовые тренировки для проблемных зон, где скапливается отек. Давайте с другой ноги. Для всего тела, для подтянутости кожи. Ягодицу поднимаем все вверх. Активно прижимаем, плотно прижимаем руки к коже. И там есть также комплекс для лица. Противоотечные комплексы, лифтинг, массаж для лица. Поэтому, если у вас есть желание двигаться дальше, хотите подтянутое тело, то, конечно же, приходите на курс. Там мы с вами будем более четко и системно работать. Все описание про курс под этим видео. А мы с вами продолжаем проглаживать все наверх. Хорошо, зона колена более щадящий здесь лимфодренаж, а вот с мышцами можно немножечко плотнее прижать руки и поспособствовать подтягиванию всего-всего-всего вверх. Хорошо, голеностоп, порастираем. Отлично. И снова, да, немножко прожать, поднять вверх. Все, поднять вверх. Отлично. Хорошо. Сейчас руки то же самое, да. Мы с вами начинаем от плеча. Проминаем плечо активно, способствуя поднятию, да, движению вверх, к центру, к лимфоузлам, которые находятся в области подмышек. Все поднимаем вверх, проглаживаем. От плеча наверх, от локтя наверх, от предплечья наверх. И также вся рука. Угу, хорошо. Шейно-воротниковая зона. Мышцы шеи также. Но сейчас мы с вами руку еще немножко прожмем, да, порастираем. И дальше уже к шее вернемся. Плечо. Все вверх, все вверх. Вот эта зона тоже на курсе. Очень много упражнений для этой зоны, чтобы все было подтянутым, красивым. Поднимаем. Прекрасно. Мне уже стало жарко. Напишите, как вам такая горячая лимфодренажная зарядка. Я думаю, что вы тоже сейчас жарко-жарко разогрелись. Шея, шейно-воротниковая зона. Проминаем активно. Пальчиками прям защипываем ладонью, пальчиками проглаживаем эту зону. И шея, мышцы шеи вдоль позвоночника тоже немножечко проминаем. Чтобы здесь тоже никаких зажатостей не было. И движение лимфы, отток от лица свободно проходил. Если шея зажата, если есть холка, сутулость и все остальное, то, конечно, и лицо будет от этого страдать, потому что питание не поступает к лицу. И, соответственно, все остальное, все жидкость, продукты распада не опускаются, не возвращаются вниз. Поэтому имейте в виду, работа с осанкой очень важна. Хорошо, все. Легкий вдох. Поднимаем руки вверх. Через стороны. Выдох. И еще вдох.
и через стороны. Выдох, стряхиваем все тело. Если вам понравилась такая зарядка, обязательно ставьте лайк, ставьте уведомления на новые тренировки, подписывайтесь, если вы еще не подписались на мой канал, и обязательно делитесь такими тренировками и своими, как вы делаете со мной эти тренировки, мне будет очень приятно, это самая-самая лучшая благодарность, если вы отмечаете меня в соцсетях. Все, всем пока, до новых встреч на Коврике!